Наши белорусские коллеги обратились к нам с тем, чтобы поддержать все-таки петицию Международный олимпийский комитет, чтобы президент Национального олимпийского комитета Беларуси Лукашенко получил аккредитацию. Мы поддержали, и я считаю, что, знаете, все-таки традиция олимпийских игр, которая ведет свое начало из Греции еще, когда во время Олимпиад даже войны прекращались, объявлялось олимпийское перемирие, все это, эти традиции, кстати, заложены сейчас в олимпийскую хартию, все это говорит о том, что спорт и политика разделены, не должны смешиваться и совмещаться. Отказывать кому-то в аккредитации политическим, как я понимаю, соображениям, это просто неправильно, это, на мой взгляд, не соответствует олимпийским идеалам. Александр Петрович, еще скажите, пожалуйста, вот эта вот церемония, что она значит, и есть ли какие-то приметы, связанные именно с поднятием флага? Подул в ту сторону, там, в другую, не знаю, может. Да нет, ну, мне понравилась забавная такая церемония. В общем, англичане всегда стараются сделать нестандартные такие церемонии. Мы видели в Пекине, как они, ну, как бы, видели карточку Лондона, была такая нестандартная. Наверное, открытие будет интересно. Но мне понравилось, что такая она веселая.
Ну, у нас есть все основания для того, чтобы оптимистично смотреть на будущий результат. И по результатам всех чемпионатов мира за прошлый год мы уверенно занимаем третье место с большим отрывом от наших конкурентов, которые после нас, но очень близко к тем конкурентам, которые впереди нас. И у нас есть основания для такого сдержанного. Конечно, в спорте есть еще такое величество случай, но будем надеяться, что сработает та закономерность, да, одна из сильнейших команд в мире. Есть объективные показатели результаты чемпионата мира по всем видам спорта за предыдущий год. На первом месте китайская команда, на втором месте американская, и мы на третьем месте совсем рядом.